В зале спорткомплекса «Динамо» собрались больше 300 юных дзюдоистов из разных регионов. Ребята амбициозны. Каждый из них мечтает стать чемпионом. Хочу показать хорошую борьбу и занять первое место. Я буду готов всех побороть. Бывает, выигрываю там, за 7 секунд. Ну, там, смотря какие противники. Я хочу стать чемпионом. Мне очень нравится мой тренер. Он очень хороший, добрый и подсказывает мне. Уже на протяжении 10 лет в день рождения «Динамо» проводятся соревнования по дзюдо среди девушек и юношей младшего возраста. Неоценимый вклад в развитие Курской школы дзюдо внес заслуженный тренер СССР Михаил Скрыпов. В торжественной обстановке в честь прославленного спортсмена открыли мемориальную доску. Почтить память своего тренера пришли его прославленные воспитанники. В прошлом – олимпийские чемпионы, победители соревнований мирового уровня. Сейчас – заслуженные тренеры. Михаил Григорьевич для меня сделал, ну, в принципе, для нашей школы. Он многое сделал, поэтому светлая ему память. Ну, как Снеговой сказал Владимир Евгеньевич, он здесь и дня он ночевал. Он приходил сюда 6:30 и в 10:00 вечера уходил. В этом году у спортсменов двойной праздник. Юбилей отмечает не только «Динамо», но и Курская школа дзюдо. Ей исполнилось 50 лет. Егор Горожанкин, Максим Леонов. События дня.